Одинцовские волонтеры организовали сбор гуманитарной помощи для беженцев Донбасса. В сборе первой партии груза приняли участие активисты Одинцовского отделения «Единой России», участники движения «Волонтеры Подмосковья», администрация муниципалитета, предприниматели и общественники. Они собрали более 300 килограммов продуктов и товаров первой необходимости. Первая партия груза уже отправлена в Реутов, в основной пункт сбора гуманитарной помощи, откуда направится беженцам в Воронежскую и Ростовскую области.